когда-то Красный Крест, который выделили мы. Здесь помещение под снабжение провизии. То есть, снабжение кого? Снабжение бомбоубежищ, детских домов и т.д. и т.п. То есть для их жизнедеятельности. То есть здесь официально опорный пункт Красного Креста? Да, да. Документы есть международной организации Красный Крест? Нет. Здесь ребята просто Красный Крест помогают людям, действительно, бабушкам, дедушкам, мамочкам нечего кушать. Здесь было полно памперсов. Какой нормальный, дома в бойцом русскорук. Ну и часть для коктейля Молотова. Откуда это все появилось? Пришел с Павлического домой. Число точно не помню, 26 или 28 в районе этом. Увидел, что часть выломана, все брошено. Подошел туда, никого нет. Поднялся на 5-й этаж, нашел вот эти вот баллоны, дубинки, каски, вот эти гранаты без опала. А видишь, ты разбираешь, что запал, не запал, да? Я в интернете посмотрел, что это такое.